Так, поставил какой-то мод на погоду. Будет ли тут он виден, не знаю. Сейчас посмотрим. Так, сразу на 2К. Видел уже, что у меня на прилавке? Не знаю, пока погода обычная. Так, я хотел посмотреть у мечника, у оружейника, как все отличается цена. Сюда! Так, что заказывать, посмотрим. Внимание, внимание! К западу от Оксенфурта на левом берегу Понтера видели и слышали тролли. Данный экземпляр часто поет риданские солдатские песни. Предположительно, это элемент нильфгардской диверсии. В чем состоит оное, пока не ясно. Рекомендуется обходить стороной данное место до тех пор, пока с чудовищем не разберутся соответствующие службы. Это нас имеется в виду, наверное. В случае встречи с троллем рекомендуется сохранять недвижное положение. Лучше всего припав к земле и закрыв голову руками. Существует вероятность, что тогда чудовище не нападет, поскольку примет потенциальную жертву за камень. Берта Бертоломью, капитан гарнизона. Так, заказ чудовища из Оксенфурта. По приказу милостивого нами правящего короля Радовида V, всякий пройдящий убийца монстров, что прочтет это объявление, обязан оставить любые незавершенные заказы и всецело посвятить себя поиску и убиению этого чудища. Означенное чудище оскверняет колыбель разума человеческого. Город наидревнейшего университета Оксенфуртского, смельчак, что положит конец злодействам, будет награжден от щедрот короля нашего, командира Оксенфуртского гарнизона. Да, я всегда удивлялся, как же они так красиво пишут. Заказ «Бестия из Оксенфуртской чащи». Кто страху не знает и ищет работы, читай внимательно. Ганс из Цидариса, кондотьер, во многих битвах прославленный, объявляет следующее. В заботах об участи местных кхметов, что терпят муки нестерпимые от нападений некого чудища, угнездившегося не поодаль от Оксенфурта, я решил предложить полный кошель новиградских крон любому, кто убьет гадину. И пусть знает всякий, ежели кто явится без трофея, золота тому никакого не дам, но награжу таким пенделем, что до конца жизни сидеть на жопе не сможет. Ганс из Цидариса, всемирно известный кондотьер, ветеран многих войн, отмеченный орденом Серебряной Лилии. Так, на троих. Прекращает работу. В связи с закрытием Оксенфуртской академии, студенческий клуб на троих прекращает работу после 77 лет непрерывного налития пива вечно жаждущей студенческой братьи. Ну, на посошок. Виват Академия, виват Профессорс. Интересно. Осторожно, мошенник. Люди добрые, не дайте себя провести ярмарочными трюками и лживыми пророчествами, которые так называемые ясновидящие из села Бенькова как из рукава сыпят. Человек этот, хоть и мнит себя мудрецом, и в предсказании будущего понимает столько же, сколько сельская баба. А единственное, что ему важно, это выуживать у простаков деньги. Не позволяйте ему себя обманывать. Филиппе Каналия, студент 5 курса факультета медицины и травничества Оксенфуртского университета. Видать, развел его на какие-то травы дорогие. Так, вы смотрите, как Гвин сыграет со Штепаном. Задание у нас такое есть.
Ты победил в Винте всех, кого встретил, считаешь себя отличным игроком и готов сразиться с лучшим. Тогда испытай себя и сыграй со Штепаном, с человеком, которому хорошие карты сами идут в руку. Чтобы узнать больше, заходи в корчму Алхимия в Оксенфурте. Штепан Корчмарь. Ну и тут, соответственно, у нас эти задания дублируются и показываются. Кусачки или раскаленные щипцы. Так, ну это я не помню. По-моему, я его не выиграю, это точно. Надо сейчас посмотреть, где кузнец у нас. Где-то здесь, по-моему. Всегда. Сначала ногти вырывали, а под конец сломали кости. Я больше так не могу. Как отстоим стражу, подам рапорт о переводе. Успокойся, Лэн. Это ж просто ведьма. Может и так, но кричат они, как обычные люди. Вот и вся соль и ведьмака. Так, ну раз в дом пустили, то пошариться-то не грех. Что-то неохота туда лезть пока что. Что скажешь насчет партейки в Гвинт?
дальше. Минус чудовищ всегда в том, что карты выходят вместе. И если они все в руке, 10 карт, то это жопа. Вот у него 6 карт, а у меня 11. И 2 раунда впереди. Учитывая то, что у меня 2 мороза, это ему вообще никак не поможет. Да, это может и поможет. Это, конечно, печально. Тут, я думаю, проигрыш. Вообще никак. Давай еще раз, негодяй. Что скажешь насчет партий? Да это жопа, короче. Не помню, что там с колодой. Посмотри, тут командирский рог надо закинуть.
Ха! Клиент! Что скажешь насчет партейки? Что скажешь на... Мороза-то нету, блин. Зараза. Что скажешь насчет...
Ну вот и обосрался, блядь. Покажи, что у тебя есть на продажу. Так, тот просил 84. Давал, точнее. Здесь 93. Так что надо правильно продавать. Бывай. Где-то была бритва. Сначала карту у барона выиграть. Так, тут выиграли Василиск. Вообще можно заглянуть в корчу. Слышал вчеровой. Что они делали с этой женщиной? Да что и всегда. Сначала ногти. Ходит такой. Морда чуточку людей пугает. Родовит король строгий, но справедлив. Нетрезвых молокососов, извозчиков и шкалеров с кафедры философии не обслуживаем. А я что, похож на хоть кого-нибудь из этого списка? Всегда лучше предупредить, чтобы потом не было проблем. А чем тебе шкалеры насолили? Давай не будем об этом. Что принести? Покажи мне свои товары. Ну вот, три карточки. Хавчик как-то готовить можно. Надо купить. Ты откуда пришел? Хватит с меня этой работы. Ну, Иванись.
Так, внутрь взлив я играл. Грудники, длинники, под лес нужно еще играть. Барону съездить, у барона карта хорошая, выиграть. Человек бывал. Неплохая работа моему Любушке подвернулась. Ну, конечно, не хочешь. Самогону желаете? Постного сыру. Товар у меня немного, но все отличное. Покажи мне свои товары. О, вот у него карты есть. Вон он, скорпион. Это не гардские карты. Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт. Шпионы не такие. Thank you.
Интриага. Но! Ты что такой сволый? Чем могу служить? Как насчет партии в Гвинт? Даже так, без мороза, без всяких командирских врагов победили. Слабенький противник. Так, что там за карта у него? Филиппа Эльхарт. Синенькая, это наша колода. Берем какой-нибудь шлак, убираем. Пиктура надоела уже. Хотя бы так. Чем могу помочь? Что у тебя есть на продажу? Куча всего у него есть, у нее. Нет, все нам не надо пока. Не желаешь сыграть в Гвинт? Thank you.
что он там воскресил. Карты, конечно, побеждают. Смотри-ка. Длинный был, как цветок лилии. Гордуя. Кровавый барон пойдете со мной крючки собирать. Велел ему кожу со спины содрать. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Покажи мне свои товары. Так, вроде бы. А, нет, у него я не покупал. Вот у него карточки на УЗК. Цинтия, это все Нильфгард. Я бы не отказался от партии в Гвинт. Надеюсь, у него мало таких карт.
Денис Крамер. Это Скайтель, по-моему. Узнаете меня? Ты конюший. Я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам благодарность. Бедных людей от этих головорезов защитит. Ну, кто? Я защищу. Ведьмак. Так, надо с бароном сыграть. Ведьмак, можно тебя на минуточку? Кажется, не имел чести. Меня сержантом называют. Понимаешь, прозвище такое. Еще с армии. С тех пор, как я служил с Филиппом, с бароном, значит, под знаменем Тимерии, у меня тут вопрос появился. В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Какая она тогда была счастлива. А вон те, смотри, такие лохматые. Зарекане их называют райские бутоны. Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Деи. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. Теперь уже не важно. Понятно, что было слишком поздно. Раньше надо было думать. Надо было увести их из этого чертова Велена. Все из-за этой сраной дыры. Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости? Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее. Никому другому я не поверю. Это все, что я могу для тебя сделать. Благодарю. Вот тебе поощрение. И еще вот, держи. Это что? Охранная грамота.
С тех пор, как риданцы заняли дельту Понтера, попасть без нее на новиградские земли очень непросто. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего, но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались. Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Сам король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири! Поди сюда! Тебе причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Для меня сделали исключение. Тё, хочешь сказать, что ты ведьмачка? Не до конца. Я не прошла мутации. Но всему, что я умею, меня научили ведьмаки. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игрен. Никому твои крестцы не интересны. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Ха-ха-ха! А давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А, хреново дело. Что случилось? Страх пробрал? Не. Так в чем дело? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном — большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Надеюсь, я не забыл, как там скакать-то. Летает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! Давай, Цири, удиви нас! Давай! А ну, покажи ей! Что? Кобыла понравилась? У меня когда-то такая была! Твой меч почти мой! Не дождешься! Вихрь! А не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Есть шанс отыграться.
Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого. Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Я вот все думаю, зачем ты сговорился с нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? А, да через минуту об этом никто и не вспомнит. Тимерии нет, а значит и предавать нечего. Здешний нильфгардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Ну перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что у тебя в жопе дырка. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. А надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Вронец, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да местный владетель от черных сбежал и Вронецы просто бросил. Как только Нильфгард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся чары, ведьмы, дьяволы и херо знает что еще. А ты играешь в гвинт? Играю и больше выигрываю. Ха. Если есть колода, садись. Допустим, если ты у меня выиграешь, дам тебе в награду какую-нибудь уникальную карту. Тогда сыграем?
Ты выиграл. Я свое слово держу. Бери карту. Вели недостойных противников не найдешь. Разве что лодочный мастер в руднике. А, ну и старый ясновидец. Он сейчас живет к востоку отсюда. У этой, у мельницы. А, и еще один есть паренек. Мозгов у него, как у старой овцы, но играет он хорошо. Я даже не знаю, готов ли ты с ним сейчас сыграть. Вот карта вот этого шпиона Дикстра. Ну и можно будет потом еще в этих играть. Вон деревня Рудник там и так далее. Погоди, ведьмак, когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Тряпичную куклу? Ага. Сам-то я не видел, но, говорят, схватил за плащ и врыло его. Врыло, сука, ты понимаешь? Вот ты все говоришь, а откуда знаешь?